Вот такая розочка. От Ольги и Джорджи. Красота? Красота? Io te qui è aggressivo, io due, sono bella, bella, bella. E sono anche brava, mi aggressivo e io ho malattiez. Sono brava, brava, brava. Ну, красотища. Вот, выбирайте цвет. Выбирайте цвет, белый, кремовый. Выбираем цвет и заказываем лампы, девочки. Ади, такая красивая. Покажи нам цветок, какой красивый у нас. И вот такой цветок у нас красивый. Принимаем заказы на нашу красоту. Угу. Вот наши розочки готовые, маленькие да удаленькие. Да, не совсем, конечно, идеальные, но топ. Прего. Алей. Allora. Вот такая ручная работа. Обыкновенная лампочка, которая включается, выключается на праздник в день Святого Валентина. На столы вашего ресторана или заведения, или просто на стол, или в подарок на сам Валентин. Ты не только. Наиста. Вот так. Красота. Заказывайте куричини. Заказывайте, не пожалеете.
che bello arrivare a casa, sederci in pace. Sederci. E come si dice? Sedersi. Sedersi in pace e guardare la mia rosa fiorita. Sì? Fiorita. È una semplice lampadario da Ikea, si è trasformato in una rosa. Eccoci qua. Con i miei fiori, con i miei lampadi fioreali, si dice così? Lampadi fioreali, giusto Giorgia? Sì. Bene, ho detto giusto, no. Spero. No, non esiste questa parola. No, comunque faccio meglio le lampade che parlo italiano, vi assicuro. Che parlare italiano. E vabbè. Buongiorno cuoricini, добрый день, наши хорошие. Хотела поделиться с вами такой новостью. Да, никогда не думала, что неживые цветы будут такими вкусными. Моя роза горит, напоминаю, моя работа ручная. Кому интересно, пишите. Ciao cuoricini. Cos'è nella zampa? E qui c'è un'altra bellezza, e voilà! Последний ritocco, ultimo ritocco нашей работы на столы ресторана. Справились. Как это можно назвать? Смотрите, так. Ну, вот такая красота. Она красивее вечером, естественно, смотрится. Вот розочка. Вот такую красоту можно сделать. Buongiorno cuoricini, добрый день, наши хорошие. Доброе утро. Все уже знают наверняка, что в Италии доброго утра не говорится, у них сразу начинается с доброго дня. Buongiorno. Buongiorno cuoricini. Пользуюсь случаем похвастаться моей работой вчерашней. Вот такая розочка, которая горит, зажигается. Сейчас я выключу свет, чтобы показать вам, как это красиво смотрится на столе, например, в ресторане. Вот такая красота, сделанная мной, да? Тренируюсь, но, в принципе, у меня неплохо получается. А вы как думаете? Ciao cuoricini! Buona giornata a tutti! Всем хорошего дня! Questo è un semplice portatavolo, ma non solo tavolo del ristorante, ma anche tavolo a casa vostra. È una semplice lampadina rivestita in rosa. Sì? O semplicemente lampada. O lampadaio, ma qualsiasi cosa, ma sto godna. Красота, белеца, красота. Чао, Шорпа! Вот тебе готовим. Дай, Джорджа, су! Чао, Шорпа! Скоро будет. Ce la faremo, eh? Ci vuole un po', ma ce la faremo. Ha rovinato tutto. Mm-hmm. Elis. У нас кот материал испортил. Пришлось переделывать. Материал испортил. Вот переделываю. Заново. È vero che hai rovinato tutto. Il villo. Sì, digliela. Sì. Abbiamo fatto questi, io ho fatto questo.
Так. Вот мы решили сделать подарок одноклассницам дочки. Ну вот, приходится помогать дочке. Как это говорится, не было беды у бабы, да? Ну, мой светильник подождет, видимо. Ну ничего, ничего. Ольга никуда не спешит. Ну вот, врезаем такие цветочки, чтобы потом сделать розочки. Да, посмотрим, посмотрим, что за красота будет у нас.